прямой репортаж от Сергея Попова. I met a woman in West Virginia. Друзья, Егермайстер по полторы. Лента радует нас каждый день. Town outside. Как будет? Старался, старался. Личное такое недовольство. Я но я это так бывает. Потому... Да зачем? Мне так хочется прогуляться в лесу. Здоровый пацан. На убой привезли тебя. Говно везде. Надежда Валентина. Надежда Рябова. Надежда Рябова. Надежда на Рябову Валентину. Где пользики? Тут. Че, заказ? Да. Ты что, меня пропускаешь? Да. She said the zodiac sign was Cancer. She was on her way to New York City. Вот такие удобства на Байкале у нас будут. Такие себе удобства в прошлом году лучше были. Очень странная база, нехуй. Мне кажется, тут дело будет даже. В этом доме будут жить китайцы. Здесь будем жить мы. Вон на той веранде будем жарить мясо. Там все будут тусоваться. Сюда я буду в туалет ходить. Он был бесплатно. Да, проживал. Так, туалет, душ у вас там. Обязательно там могут. Без души туалет. Мы можем спать на там и там. Я могу. Я могу. Вот так вот с камерой спать и будешь, да? Я могу. А короче, он говорит, покажите, пожалуйста, что у вас в багажнике. И девочка такая открывает. Он такой, ой, а я думал, вы отдыхать едете. А я говорю, а что случилось? Да у нас операция по алкоголю. Так вот у вас полно алкоголя. Это здесь, это еще у калаша там есть. Еще здесь, там закрыто все. Вот этими. Вот там. Короче, он такой посмотрел на нас. Нормально вдвоем набрали. Алкоголю. На двоих. Говорит, подготовились. Давай, типа, сядем, но если буду мясо есть, типа, ну, при тебе просто не буду, а буду пить. Да ты в Китае пельмени с мясом ел. Не ври. Ел-ел. Получается. Это были креветки, отвали. Это было два пельмени с креветками. Все говорят, что ты все съел пельмени, и они были с мясом. Это все байки. Это легенды. Конечно, конечно. Все не врут. Ну все, начинается. Ты опять, да, за старое? Ну давай решающий бой. Давай, ну давай, ладно. Блять, как 6-2. Ой, кто-то проиграет. Ты откуда такой? Та-дам! Это надо подойти к повару. У повара нас. Да, он там он сидит. Победа!
Пивка срубили потихо. Вот там 4 сходил, тут 5. Они одинаковые. Вот эту двигай дальше. Ладно. Жуничали, кто жуничал, а кто нет? А что ты 1-3? 6-1 играем, один туда. Так мы тогда вообще неправильно играем. Я просто как длинный ебошу, но... Полно? У кого-то бутыль наполовину пуст, у кого-то наполовину полон. Ты что, снимаешь, что ли? Да ёпарасоте. На конвенции бесконечные вообще постоянно разговоры. Камера, 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 камера. И тут то же самое вообще. Это нормально? С интернетом не связано. Какая разница? Никуда, кроме дальше этой хуйни не уйдет, да? Ну, YouTube максимум. А как? Однажды сюда. Лампа из печки, кому надо. Пойдем. Че, экскурсия? Китайцев разгоним. По домам. На соседнюю базу. Во, блядь, это нормальная тема. Хэштег база наша. Продукты общие. Все в холодильнике. Продукты общие для наших. Во, бухаем. Давай. Серега, давай! Охотимся на красную рыбу. Красная рыба, охота на красную рыбу, ребята. Охота выполнена успешно. Это кошмар, блядь, я как будто на Китайку попал. Сейчас мы возьмем интервью Дениса Калашникова. Смотрите, это сам Денис Калашников. Ух ты! Привет, ребята. Денис Калашников, скажите, пожалуйста, как вам удалось совершить это мероприятие? Да. Смотрите, Денис Калашников кушает. Денис Калашников, как вам кушанье? Вкусно. Сейчас можешь вставать. Скажи страху нет, сделай шаг и не возьми мясо или рыбы. Что? Прямой репортаж с Байкала. В общем, по особому рецепту Вова Бабчука приготовили рыбу. Смотрим, что получилось. 10 минут одна сторона, 10 минут другая. Вроде все отлично. Попробуй мнение эксперта. Смотри. Все замечательно. Бананы с рыбой. Беснование. Можно снимать, давай снимем. Нахуя,
Реально? Томатики, блядь. Слёза снята. В общем, ладно, давайте. За сахарный диабет. И бархатистость. За вас, мальчики. Я говорил, пей томатный сок. Поздно? Вообще никакой схемы нет. Блядь, у меня есть. Сам Василий Куклин просто не принесло. Вася, давай. Вася, я снеслась. Огуречек, куропа. Пришли к повару помыться в номер. Все бы ничего, да вот такая штука. Не работает дверь. Смотрите, что-то Сахалин точит. Сейчас мы его спалим на месте преступления. Ветер сегодня пиздец жесткий какой-то. Как бы домик не снесло, то будет потом как в сказке про волшебника из изумрудного города. Best of Show Байкальского тату-фестиваля. Здрасте. Ловит Wi-Fi. Бабка Ёшка Wi-Fi ловит. Что у меня у жены правое ухо чуть-чуть площадь, чем левое. Хорошо, муж пришел, говорит, у жены площадь, чем левое. Какая у меня суперспособность? Здесь считаю... по телефону, нет, по-моему. Психолог? Поговорить с психоаналитиком. Я теперь знаю, кому звонить буду. Не надо. Она просто послать сразу не может. Из вежливости своей. Это моя суперспособность. Че, смотрели барана? Я не могу вообще, я так расстроилась. А, он живой еще? Да. Пойду-ка сниму, вечером резать буду, снимешь. Мясо макнул надо. Что тут показывают вас? Арарат показывают? Здорово, Серега. Здорово, Антоха. Антоха уже маринует в коньяке. Уточки, уточки, ребят. Ну, за барана. Давай, дыши. Царство ему баранье. Когда снимать будет? Здорово, пацаны! Резали барана, будем смотреть барана. Череп домой себе. Бедный барашка. Yeah.
заритуали ли барана то. Это правда, что там барана разжигали? Я разжег костер. Надо котел. Вот скоро баран вот такой же будет. Да? Не знаю. Сука. Вот, Антон. Смотрите, на самом деле классно. Привет, ну давай, короче. Позвоночник. Что твое? У тебя вся моя жизнь, телефон в сиге. Вся моя жизнь. Я вся твоя жизнь. Ну, у тебя еще моя ярчайшая... Красавчик. Красавчик. Ярчайшая часть моей жизни. Не красавчик. Не красавчик. Красавчик, красавчик. Сейчас наклясться просто. Не-не-не-не, не будет. Нет, не будет. Такой расклад. Такса! Кто таксу выпустил? Remind me your favorite jeans, cause they naked, cause you famous. Like some motherfucker ain't it, these other rappers ain't it. Slick Zag, tell him put the riff rap. Because you know you got no ordinary swag in your mouth. Пропаганда алкоголизма на тату-каникулах идет полным ходом. Мы не пропагандируем, мы советуем. Мы вообще, наоборот, не советуем, вот именно. Никому не советую пить, кто осталось мало, поэтому... Да-да-да. Кто еще не начинал, начинать не вообще стоит. Вообще не стоит. Мы за всех отвечаем, короче. Нельзя так говорить вообще. Я сейчас начну тебе предъявы кидать. Что эффективно. Потом будет эффективнее рубить барана. Я на самом деле еще не проснулся. Давай, сяу. Давай, братан. За барана. Проснулся, вообще никто не спал. Нюхать. Салатик. Салатик. Ну вот вилочка, вилочка. Смотрите, сам Денис Калашников пробует суп. Что, Денис Калашников, как вам суп? Это, солить больше точно не надо. Не, я и не собирался. Пойдет. Ты попробуй тоже, Серега. Как сам? Тебе на соль? Сам Сергей Попов. Сам Сергей Попов. Пробует. Дуй, дуй, дуй. Как на соль? Нормально, да? Так, третий вариант. Сам Михаил Иванов. Четвертый, Михаил Иванов. Да, на соль хорошо. На соль заебись, все, не солим. Подтвердили соль, все не отлично. Не солим больше. Перца тоже не надо больше. Вообще ничего не делаем, просто мы ждем, пока... Подтвердили, суп хорош. А у нас нет чашки, тарелок для одноразовых. Как мы будем есть? У меня в номере... По очереди. Ну да. Денис Калашников, скажите, пожалуйста, как вам второй день таду каникул? Да. Чина стайл. Чина стайл. Гутен Морган. Если Сережа одел очки. Так я в них был. Прям вот так? Да. Как артики был? Там спортом занимаются. И такса. Преследуем таксу. В этом году было 4 или 3 крутых работы,
которые могли бы прям места занять, они все уехали. И все. Сделаешь сам себе место потом. Икон-то остался, я могу все подвинуть себе. Сейчас вообще вот не в тему влез, короче, я тебя попросил, чтобы ты решил, короче, но ты нихера вот, не решаешь, все, а решаю сейчас я. Ну ничего, все нормально. Это вот еще толстая кисточка. Последняя кисточка, вот, которую она делала, вот эти вот контуринг. Покажи. Вот черный и белый, это вообще просто нано-кисть. О. Привет. Ты выбрал жесткости? Нет, ну сейчас в натуре надо ехать. Бери. Ребра обсасываем, да? Володя на баланде. Камон. Ты картофанчика подкинь. Подожди. А мясо где? А мясо вот оно, выбирай рядом. Ну, у нас его не так много было. Давай. Пили их тоже на куски. А это цельные? Нет, это раздельные. Где-то мой стакан был. Денис? А у меня не налито. Налейте, Денис. Цинь-цинь. Рарата для Дениса Калашникова, пожалуйста. Чуть-чуть. Тейч. Тетрадара. Короче, это то, что это времени все. Да. И опять как человек, там, что-то у тебя да, вот прямо. Номер телефона. Номер телефона. Я нравлю. Лучше с кличкой с именем. Тут вот стяйки уже атаковали. Барашек. Это мой мясо. Кто-то черный. Барашка. Да нет, спасибо, я покушал. Разогнал маленько чаек. Давай, я тебе прием делал. О, спасибо. Сам делал прием. Бульончик. Чайка кушает вот эта штука. Да-да-да, так они слетели все сюда. Бульончик. Главное, чтобы не покакали. На тебя? Да. Пусть какают. У тебя же баллончик у тебя. Деньгам. Да, это для меня вообще пигмент. Ну это для тебя. Нет, не надо, не пользуйся. Вообще обычно. Смотри, у тебя какой-то мозг. Берем туда и ставь. Сделай, если есть. Что это? А? Мне еще кто-то такой говорит, там горит. Я вижу. На живого ты работаешь.
гнарь. А, блядь. А, shit, it's so hot. Actually, I can understand. Russian is different. But he doesn't even know. See, he didn't know. Very hype, very vibe. Есть вискарик? Есть, есть коньячок. Будешь коньячок? О, вискарик. Блять, а можно выйти? Ты? Что это, блядь? Рыбка? Сейчас выкатит какой-то. А чем он протёк? Лосось туда положил. Он не готов или? Он подогревает? Он готов, я просто его соус туда подналил. А ты хочешь подогреть? Чья музыка заебатая такая? Сахалин, твой трек! Танцуй! А? Слава. Твоя музыка! Может, вниз закинь. Это молодец! Я Дэвида Боуи полюбил только тогда, когда он сдох, к сожалению. Ой. Подох! Там вон, смотри, радуга на заднем плане. Все у вас под контроль. Где у тебя женщина? Что-то второй день ее не видно вообще. Уже дома. У меня Вася разбудил. Смотрите, это сам Денис Калашников! Да ладно! Ты вчера воду покупала в магазине? Нет. Кто-то, короче, вчера купил вместо воды сам матбом. Вот это поворот! То есть ты сразу определил, что это я, да, могла быть? Умышленно поменяла воду на самогон и ушла, заплатив как за воду. Сегодня на день рождения мне повар подарил ключи от их комнаты, чтобы я сходил в душ, помылся. Так мило. Кстати, шел третий день тату-каникул. Вишенки под коньячок с собой вообще заебал. Чили, это китайские. А что ну? А что китайцы переделать есть? Unpack it. Там перчатки есть. Пелять. А ты меня хочешь запечатлеть? Начинается охота на таксу. Кто
что-то спалить. Пометила. Но это такса ее словила. А МТС не ловит вообще. Сбрось, пожалуйста, ссылку на этот. Ну или там пригласись. Альхон. 2,5 Привет, смотри, у нас 2,5 Ну не Альхон, не ждал, да, Блэк Стар рыба. Нет, а вот тут вот этот переправа. Дима, поехал. А я слово знаю по-корейски. Аньё. 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 Ловить его запрещено, а продавать нет. Он, во-первых, еще и там два раза дороже. Здравствуйте. 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 Привет. О, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Не-не, мы не боимся. Все нормально. Ресторан, большой дом, там ресторан, они аккуратненько поставь. Бросай. Это я пью сапред. Russian водка. Очень хорошо. Очень хорошо. А сколько это градусов? 40 градусов. 40 градусов. Да. Ну а потом дальше как бы. Ну один-то по-любому. Концовочку сделать. Поясни, да, что у тебя там? Что, одна ходка всего была. Фига себе. Повар, ну давай потом заплетешь косички. Давай, делай это. Как в Бруклине. Что-то я сегодня на крепком, а не на пиве-то был. На каком ты крепком пиве? Давайте. Серега, ты как всегда найдешь, блин, время, когда родиться, а? Тоже мне. С днем рождения. С днем рождения. Спасибо. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Что поделать, понимаешь? Я не знаю, я же не могу обманывать друзей, типа, я не пью, там все дела. Когда я ж бухаю, что, но раз предлагаю. Пледик. Тепло. На Байкале холодно.
Ебануться, русская валюта 450 рублей, а? Давай. Последний ход. 3, 2, ладно. Можешь перезаснять. Ой, вот и подошли к концу зато каникулы. Возвращаемся обратно в Иркутск. Я так жду, когда мне кофе найдут. Ну там, наверное, натуральное они варят. Стоп. Инженерный человек один в песку. Нет, смотри, он раньше. Будь наверху. Комплексный завтрак. Я далеко от дома. Будем бить. Давай. Оба-на. Давай другой стороной, я теперь... Тач. Да. У Игоря яйцо победитель. Двойной кофе с утра. Денис ты Калашников, мне, как да, заседание ваше прошло? Успешно. Решили мне многие насущные вопросы. Но... Вот в дальнейшем планируем проводить их еще. Думаю, мы добьемся успеха. Молодцы. Мы отсюда не уедем. Посуду грязную. Тебе надо работать на баре. Оставайся, Слава, на баре тут. Короче, это, да? Так с фобик ты еще. Блядь, даже нахуй. Спокойно, блядь, не освещают все нахуй. Ты скажешь, да, когда тут вот люди улыбаются? Ну, конечно, еще рано. Что делаем-то? Давай не тупи, заебал. Фотай. Все, давайте, фотаем. Все, фото, пошло. 3-4, сыр. Ебланец, да. Плавнее, плавнее. Все, вот так пойдет. Гоу. 3, 2, 1, машем! Блядь! Маша, ты что-то медленный. Спокойно, он сейчас затышит вот эту тему. Пока, бро. Поеду, дай мне кинуть силу. Сережа! Повторяйте, я буду 30, блядь, каждый раз от Сережи. Сережа! Все, мы сейчас будем всю дорогу так. Сережа!
Бом-бом. Серега, бом-бом. Серега бом-бом. Серега бом-бом. Вот моя дерзость. Кофе. Позы с ожиданием. Туалета нет, блядь. Туалет, туалет. Такой себе туалет. Еще одна. Светофора не хватает. Платный туалет. 15 рублей туалет. За углом бесплатный туалет. Удобно устроились. Тут туалет платный, там туалет бесплатный.
Костян! Вот и приехали. Делали? И как раз на этом смотри, что надо вот для пабликов надо типа окантовывать. Вот так, вся камера. Чтобы она смотрелась прям завершенной, цельной, прям. Еще протюгенно все было. Ладно, до завтра, все. Давай, пока. Ну, давай, пока. Спасибо, Андрей. Пожалуйста.